Итак, время у нас уже подходит потихоньку. Так, сейчас у нас 16 минут шестого. До начала событий еще примерно 40 минут. Однако люди уже начинают собираться на шествие «Чернобыльский шлях 2018». Мы уже видели организатора данной акции, Павла Северинца. Он присутствует на площади и ожидает, пока подойдут другие участники. Будем следить за ситуацией. Огромное количество милиции, как в форме, так и в штатском. Кинологическая служба обыскала уже все близлежащие окрестности, клумбы, киоски, рекламные щиты, обыскивали металлоискателями и служебными собаками. Сильно мы отстали. Сильно, говорю, отстали от начала колонны. Да что, тут пройти 2 метра. А пару месяцев назад, когда была акция с ним, на октябре они стояли. Я решил все-таки поддерживать свое предложение. Стал больше не ложить денег. Они задержали. А, мать еще 2,8. В твоей группе состоим. О, дякую, дякую. Как, кстати, продвигается там? Митинги планируются? Митингов пока не планируется. Сегодня была планерка, сегодня вот запланировали там. Вы же там в Латвии бастовали, насколько я видел. В Вильнюсе. В Вильнюсе? Да, да. И как? Ну, неплохо, но в Пиранеи использовали белое зерно, белое зерно. Белое зерно. Как это БЗБ? БЗБ. Зеленое означает спокойствие, спокойствие природы. Да. И тогда использовался.